Всем привет! Вы смотрите Ананас Ленд, канал с самыми интересными актуальными новостями из мира шоу-бизнеса. Netflix существенно увеличил расходы на создание новых эпизодов сериала «Очень странные дела». Вы смотрели данный сериал? Напишите в комментариях. Каждая новая серия четвертого сезона обошлась сервису в 30 миллионов долларов. На эпизоды третьего сезона тратилось менее 10 миллионов долларов. По данным издания The Wall Street Journal, бюджет могли увеличить из-за затянувшегося производства и возросших гонораров актерам. Netflix пока не комментировали новость о подорожании проекта. Ранее авторы сериала отмечали, что длительность новых серий возрастет и составит не менее часа. Премьера первой части нового сезона намечена на 27 мая, второй – на 1 июля 2022 года. Вы смотрели канал «Ананас Ленд». Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. «Ананас Ленд» – ананасовое настроение.